интересный состав на самом деле, потому что довольно-таки мало у них рейндж А, ДД. и Барри еще. У них только маг из таких прям ДД. А, даже два мага. Два мага и лук, да, я так понимаю? Да. Глянем, что же там за лук. Плюс 11. А, 8 круг, как я вижу. Местами 9. Разрушительный дух, пауза и физатака максимальная. Давайте кого-нибудь еще посмотрим. У Вара остальное сердце короля льва вообще плюс 1. Ну, это очевидно при этом для... слепящего света. Да, это для... Просто для для скиллов, драк. Для станов, для драков, да. Топоры многие вары используют. А у мага язык природы, это ранговый... Инт меч и на плюс 11 он заточен. Кроме того, как бы это игрейт, то есть у него, видите, еще есть абилка, которая очень помогает и очень полезна в выживании. При этом восьмой круг, местами девятый. Странно, что кольцо второе без заточки, потому что его можно было бы заточить, я думаю, в лане управляющей тучами. Тем временем остаются считанные секунды до начала, и мы с вами уже готовы наблюдать, ворота что же будет происходить. Ворота открылись, занимают активно Тарнум врывается центр арены. В команду. Команда противников ловит Несаглу. Так. В имунках все работают. Вспышки и мунки. Разделе лучника из Friends. Ему приходится явно нелегко, он уходит в иммун. Мы видим, что 10-10 до сих пор, все многие стоят в иммунках, сразу откат аптеки происходит. Магу нелегко, его тоже помыли. Он сейчас... Уже одного теряют. Флюгеры. Да, потеряли флюгеры уже двоих, на самом деле. И мага в том числе. Мы видим, что... Сложно приходится их луку, его тоже раздели. Уходит в парящий. Нужно им что-то делать, что-то предпринимать. Потому что так дело не пойдет. Мы видим 8-10, и пока что оставшиеся члены команд живут. Несмотря на ассист, несмотря на то, что они обмениваются подачами, контроль. Тут, видите, несогласки стоят. А Син из команды флюгеров улетает. Семеро их остается. Сложно, я так понимаю, выживать. Команды как-то разбредлись по краю. Лучник из Friends пытается освободиться от контроля. Танк его мешает. Флюгеров. Да, и 6-10 становится. И минус лучник. Минус лучник, минус дру, 4-10. Вы видите, что Фрэнс в полном составе. Уже ставит бурю лучник. Ставит бурю пулька, из ловит... Флюгеров его чистят, контроль. Его, да, ловят в совушку. Плохо ему. И он улетает. 2-10. Без единой потери Фрэнзы... Очень четко и очень грамотно контролят одного за другим. Неожиданно, главное. Членов. Ну почему неожиданно? Это очень сильная команда на самом деле тоже. Просто я не ожидал действительно, что с таким преимуществом. Было, да. Криков. Да. Friends. И, кстати, на соседней арене идут 1-0. Побеждают Адастра уже. Надо же. Все видят, да? 1-0.